друзья, продолжаем серию. И я все-таки нашел способ, долго я ходил. Устанавливаемся на этом круге. Тем самым. В том, что я как-то забирался сюда. Давайте попробуем повернуть. Так, а здесь больше не было кругов. Thank you.
вот только одно место, правильно? Правильно. Больше здесь ничего подобного нет. Кто его вообще случайно просто нашел? Просто подошел. Встал обратно. Зачем мы открыли там ворота? Мы там пешком вообще все прошло, что можно. Зачем? А, там нужно теперь круг. Точно, теперь мы можем вставать на круг. Крабом механически. Вот, точно. А я вот здесь все сделаю. Сейчас, наверное, сушу подъедем. Точно. Точняк. Так, ну давайте посмотрим карту. Мы здесь. Вверх, вниз. Давайте вправо сначала изучим немного. Ну это просто здесь суша подъехала, правильно? Здесь раньше это было. Так, вход завален. Ну, наверное, потом мы туда попадем как-то. Здесь я ничего не вижу. Интересно. Так, в общем-то и здесь я не вижу ничего интересного. Не понял, а что нам это дало? Так, ну куда ты меня ведешь? Дверь активировалась, правильно? Да. Все, здесь уже тысячи раз. Давай, открывайся тогда. Столб нам ничего не дает. Здесь бы
я бы залез, но не могу. Столько телепортации, спуститься же мы никуда не можем, нет. Так, получай. Сейчас будем их мочить в прыжке. Ага, правильно делаешь. Один готовчик. На, получай. Ну-ка на. Фига, он что, бессмертный? Так, ну здесь решетка до сих пор закрытая. Наверное, такой бонус маленький. Скорее всего, да. Давайте пойдем обратно. Кстати говоря, пока я вот искал разгадку на счет предыдущего уровня, я здесь и жизнь, я уже карту заново облазил, и жизни все пособрал, все секреты практически, наверное, все, которые можно было. Большими руками. Так, смотрим. Нет, здесь никуда мы не зайдем, не выйдем. Идем дальше. Так, посмотреть предлагаю. Давайте посмотрим. Сейчас я, наверное, туда и доберусь, скорее всего. Так, все, хватит. Так. Прыгай. О, вот он, лось. Так, посмотрим, где мы. Так, здесь я не был, здесь можно обследовать. Так, вот эта дверь, где мы зашли. Жалко, что нельзя сделать лестницу. Так, здесь ничего нету. Thank you.
Эй, где? Так, ну мы его по сравнению с другими, мне кажется. Хотя я так же все жизни потратил. Зачем нам это? Так, ну здесь два пути, легкий и тяжелый, что ли? Нет, один путь. Кажется, сейчас опять куда-то поедем. Или нет? Или сейчас еще поднимемся вверх, да? А, нет, мы поднимемся. Раз нам это показали, значит, мы там будем тоже, скорее всего. Офигеть, какой огромный мир. Так, а вот здесь внизу мы не были, и, наверное, туда нам дадут. Как попасть, может, конечно. Дальше. Так, надо здесь все посмотреть. Так, ну потом сверху мы лестницу сделаем, а пока что пойдем дальше. Так, вот это я не могу забрать, нет, что же останки чьи-то. Ого, их сколько здесь. Не, я лучше убегу, потому что они с одного удара убивают. Так, сюда мы не пойдем пока. Уж зависает игра. Так, смотрим. Так, нет, давайте туда сходим, потому что получается по этому пути мы пришли к нашему заданию. Посмотрим побочно, что у нас там есть. А, мы сюда не можем идти. О, еще одна. Одно, что это, я не знаю. Механическое растение. Давайте сюда пойдем. Так, 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 сюда не можем никуда пока забраться. Ну и что нам это дало? Так, карта. Ну,
практически у цели. Так. Мне уже надоели эти головоломки. В итоге никуда не могу попасть. Лестницы нет. Так, ну почему сюда не можем прийти? А, можем. Я просто уперся в прошлый раз. Можем, значит. Так, теперь нужно найти паука, скорее всего. Которого я здесь не вижу почему-то. Так. Так, а можно мне уйти отсюда? Ненадолго. Так, здесь нет ничего. И убить. Так, залезь. Сначала вот этого. Так, здесь мы бежали, ну то же самое, ничего здесь нету. Да, ого, ничего не перепутал. Готовы, один. Так, иди сюда. С одного удара. Сюда. Залезь. Козел, ну ты иди сюда, лоб. Один остался. Офигеть, у вас откуда столько? Еще все выходите сюда. Так, тихонько оббегаемся, да? Мне кажется, мы сейчас дверь должны открыть.
Так. Здесь я был, мне кажется. Вот такое ощущение. А, ну, здесь я давно был. Только это уже все соединилось, наверное, правда? Скорее всего. Значит, сюда мы не пойдем. Потому что мы... Да, здесь уже обрыв. Так, ну стоит только вот эта лестница. Опять под землю. Так. Так, его можно только сюда, да? Пойдем дальше. Так, здесь надо. Здесь надо открыть просто. Так, на другого пути нет. Сам придется сюда идти. Интересно. Thank you.
удерживает захват. Блин. Телепорт нажал. Ну-ка. Кажется, еще этот удар еще мощнее стал. Так, ну дальше. Удерживать захват. И телепорт. Как вы считаете? Так, где подсказки? Помощь. Захват цели, тап. Может быть, тап нажать? Нет. Я не пойму. Так, еще раз. Да я смотрю на него. Не смотрю. Смотрю. Удерживать. Захват. Так, может управление поменять? А, мы никак не поменяем, правильно? Управление. Или КТРЛ, или Q. Может быть рядом. Захват. Q. А, вот оно что. Q это. Классная штучка. Выходим. Классно, классно, только в подземелье такой вещью пользуется. Больше нигде нет таких вещей. Так, вот цветок я вижу. Давайте нам жизни. Интересно, сколько здесь максимально? Так, захват нельзя использовать. Вверх пойдем. Ого, еще одно чудище. Так. Давайте посмотрим, где мы. Где мы? Этот цветок вообще обходим стороной. Такое ощущение. Хотя не хотелось бы. Вот сюда еще можно было попасть как-то. Так, а их не двое случайно. Что это нам дает? В принципе,
плохо, что мы далеко. А, ну в принципе недалеко. Ну, вверх. А, нет, опять придется ему починить его. Так, удар твоего мощи. Ну-ка. Ого. Капец. Так, наверное, придется его бить перчаткой. Слабо помогает, как вы видите. Так, ну давайте попробуем. А здесь и не осталось этих псов. Так, иди сюда. Сюда, сюда. Иди, 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 иди. Иди. Ударь хорошо. Ага. Давай еще раз. Удар. Назад. Ой-ой-ой. Он попал у нас. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ты будешь, нет? Давай, еще раз. Успел. Вот так вот. Серьезный противник. Я его долго убивал. Так, лестница.
200. Тоже робот, что ли, какой-то большой, скорее всего, да? Скорее всего. Ничего себе, он на голову. Ой, извини. Нечаянно. Я перепутал. Так, ну показывай. Показывает в трубу. Ну и что это мне дает? Она также не работает. Это девочка. Нет, я тебе не трогал. А, нет. Возьми. Показывает, туда надо ставить. Так, я. Ого. Так, ну если здесь не работает, да? Дружок. Так. Как бы нам попасть вот сюда? Мы же все-таки цветок-то не убили. Ты на меня так надеялся. Так, ну это только телепорт надо искать. Надо искать телепорт, потому что бежать это нереально. Так, ну внизу здесь ничего нету. Ничего нельзя ни разбить, ни заползти. Так, а вот это вот секрет уже. Попахивает секретом. Как туда попасть? Вот эта стена, наверное, будет двигаться вот сюда. Так, мужик, ну хоть бы подсказал бы. Так, ну вот секрет, ну это так, детские шалости. Телепорт с креплением. Вот это вот нормальная вещь. Так, если я прыгну сюда, мне это ничего не даст. Логично. Так, вниз я прыгать не буду, потому что я там был. Вот здесь вот я не был. Вот она труба. Так. Ну-ка посмотрим. Может спустимся? Я здесь был, да? Да. Ну ладно. Так, куда мы, собственно, мы прям пошли, собственно, к цели. Давайте здесь еще посмотрим. Хотя я вообще не вижу. Мне кажется, я обошел кругом, и сейчас на этих же надо. Thank you.
Так, ладно, давайте закончим на этой ноте серию. В следующий раз буду ждать всех. Спасибо, до свидания.